В спортивном зале Тверского технического университета прошел чемпионат области по настольному теннису. За медали в личном, парном и смешанных разрядах спорило более 50 мужчин и женщин, прошедших через сито отборочных соревнований. Итоги принесли достаточно неожиданные результаты. Впервые за 7 лет титул чемпиона среди мужчин не смог защитить Антон Дупленский из Бологоя, который на этот раз стал бронзовым призером. Обладателем золота стал тверетянин Алексей Вакуев, серебра Сергей Новиков. Среди женщин титул чемпионки после 5-летнего перерыва вернула себе тверетянка Ирина Борисова. Второе место заняла Елена Смирнова из Удомли, третье – Алина Розова из Твери. В парных разрядах титулы чемпионов выиграли тверетяне Михаил Суслов и Сергей Новиков, Наталья Трифонова и Алина Розова, Ирина Борисова и Важа Цхофребадзе.